Так, TikTok вебм, ладно, поржать. Хорошо. Сегодня вышел ролик, блять, ладно. Надеюсь, привет. Смешно будет. Сука, ты ебал, на! Разбил, бля, американскую хуйню! Что делать сейчас? Осуждаю. Здорово, мужик прижал вас к стене. Бля. Брат, братан, братишка, когда меня отпустят, бля? А надо кому, блядь, ебальник-то? Да что за пиздец тут с ебальниками набить? Чел на балконе, которого я знаю одну минуту. Чел на балконе, который орёт, я сейчас выйду нахуй. Будете орать. А он говорит, давай, выходи. Я реально сейчас выйду, блядь. Набить, набьём нахуй. Даже Эбэми и Бейдену. Блядь, да что за пиздец вообще, блядь, я не пойму нахуй. Хуйня какая-то, блядь, каждый видос. Эй, район в Америке. Блядь, что за набор хуйни? Каждый видос какой-то запрещенный. Ты чё, ёбнулся там, алё, другалёк? Главное, мой этот, мою запись включил вначале. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Амтихва! А, бана нет. Ну пиздец, я подтвердил мимас. Пип! А что такое фликер? А что такое фликер? ХЗ. Предмет из доты? Чего? Когда мама... Как мама думает, если что будет, если я надену фликер, вы чё при... Отражалка на куртку. Ну вы зря, кстати, смеетесь, типа, ночью пиздец как охуенно работает. Ну как водитель, говорю. Малышка. Ох. Правда, вас с ментами постоянно путаешь, но ничего страшного. Конечно, грязная. Я до сих пор, блядь, путаю строительную, блядь, рубашку от полицейской. Такой, где ДПС написано. Постоянно, блядь, скорость сбавляешь, а там чел такую каску натягивает, блядь. Дёрти, дёрти. Кто свет выключил? Вот мы видели? Видели. У меня свет мигнул. О! А почему у меня комп не вырубился? Да блять, да ёб твою мать нахуй, чё за пиздец? Когда я был нанизу, мне разды никто не давал. Никто, говорили все, фу, бомж, я с тобой не буду играть. Сейчас... Блять, смотрите, какой тайминг совпадения, фу, бам, блять. Говорили все, фу, бомж, я с тобой не буду играть. Сейчас я задонил и... А, это чел так перевел, господи, ой, я мудак тупой. Всем я был понадобился. Я думал, это реально в оригинале так было. Только из-за голды. Давай завтра после работы Пам-парам. Бам-парам. To my heartbeat sound. We fell in love. Ты чё, блядь? Чё, блядь, это твоя шапка, что ли? Или чё? А почему это здесь находится? А где это должно находиться? На вас. Уж ты голову не моешь, бля. Словами, я не блохастый, в отличие от некоторых. Так охуенно. А где она должна находиться? На вас, блядь. Последний. Настолько просто, просто кайф, блин. Really broke, I understand, but goddamn, but goddamn.
Блять. Сука, скипнул порно. Главное, Свен, не размер меча, а тот, что я выебал твою мать. Иди нахуй, отведай моего хуя. Вполне справедливо. Оленька, у вас такой чудный голос, почему вы не поете? А что петь-то? Ну, например. Закаралось солнце, так ебало. Сутки позади, но мы не спали. Молодые басы, будто бабло. На этом забирать, как я тесновала. Весь твой рэп ни о чем. Че-то я не видел эту хуйню, порвало даже чуть-чуть, алло, ребят. Да как чуть-чуть, че-то нормально так порвало. Так, тут не будет пиздеца, я надеюсь. Потому что он только о боксе. Так что нахуй тебя и нахуй Версус вместе с вашей послушной толпой. Лучше я сдохну ебучим ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой. Я думаю, какой он козел, моего Оксимиронку обижает. Я прощаю тебя. Ебал я вас всех в рот, петушки вы все. Я вообще не выкупаю этого прикола, блядь. Не вернусь. Форсаж 5. Наше последнее дело. Форсаж 6. Рио был моим последним делом. Форсаж 7. Последний заезд. Форсаж 8. Уже доводишь до того, пока ебальник себе уже порезал, блядь. Да, охуенно. A small price to pay for salvation. Признайся, и я помогу тебе. Обещаю, что я не дам тебя в обиду. Ну ладно, молчи. Смысл стрима — это дать тебе по... У меня была игрушка любимая, кстати. Я с ней спать ложился. Зайчик у меня был любимый. Он уже весь, блядь, я не знаю, в кого превратился, но я с ним спать ложился. Да, это был мальчик сначала, потом из него девочку переделали. Но он сам так захотел. Он мне так сказал. Понять, что тут надо, блядь, просто смотреть стрим, а не быть уебаном! Ребята, не надо ссориться! Не надо! Друзьям! Моя ста. Так орал, я сегодня лайкнул, блядь. Моя страница, мой аккаунт, это мой дом. Поэтому будь добр, заходи в него с благими намерениями. Либо иди нахуй. Это, кстати, к вам тоже относится. Мой анал — это мой дом. Вечер в хату. Я прощаю тебя. Не, мне больше понравилась версия, где, типа, батя пизданул меня из-за того, что я не пошел в школу. Я говорю, что сейчас воскресенье. Ответ. Я тебя прощаю, блин. Вообще бесячая какая-то... Просто ебальник, блядь, 10 из... Блядь, я сейчас убью всех, блядь! А у каждого же было, да, типа, такое, бля, может на лысо ебануться? Не?
Просто до дела не доходило. Сравнение, да, типа мальчиков и девочек. Пациентки, бля, может на лысо ебануться? Девочка такая, блядь, вот столько отрезать? Или вот, вот столько? Вот как мне отрезать? Вот столько или вот столько? Ты такой, че нахуй, а че разница какая, блядь? Да, чудесный аромат. Роковая ошибка. Эта вода настолько охуенная, в ней столько кислорода. Это жесть. Далеко не в каждой воде, вот знаете, вот просто вот такая минеральная вода. Далеко не в каждой воде дохуя кислорода. Ну, далеко не в каждой марке. Чё? Гений. Блин, это просто гений, я вам сразу говорю. Ой, блядь! Спасибо, чел! Генералы, обсудим тактику. Я беру Спраута. Я Леона. Я Пэм. Здесь отвлечем противников, а Пэм соберет крис... Всем пока. Прощайте. Че за хуйня, блядь, я не пойму, блядь, вот это вылазит, блядь, не смешная в натуре, прям вообще пиздец. Это, блядь, вообще не смешно, нахуй. Ой, ебать, вот это жиза, ебать, конченая вообще прям. Чё? Ну, мама твоя готовит, и она этим же, блядь, ножом начинает тебе фрукты резать. Ты нюхаешь, блядь, яблоко луком там воняет, чем ещё? А в чем прикол? Такой кек. Это мой таксист, кстати. Это нихуя не шутка. Сделал это с грязью, сделал с неокуль. Вчера мы говорили с Богом, он меня не понял. Я сказал вам много, но остался недопонят. Это дерьмо, если ты не понял. Хуйня какая-то, блять, в конце вылезла. Что-то, блять, вообще мне не зашло. Хуйня. Будьте здоровы. Не, ну слушай, ты вот эти вот приколы, блядь, вот эти вот, блядь, давай заканчивай заливать, на тебе дизлайк, блядь, официально. Ну да, ребят, ну правда, это вообще пиздец какой-то, ну это не смешно.